Раз, два, три! Всем привет, братва! Всем привет! Злой школьник, как всегда, с вами. И мы рады вас приветствовать на нашей сумасшедшей зарубе, где мы будем поедать яловычина. Оу, май гад! Тушеночка, друзья! У нас здесь гречка, котлеты и тушеночка. Взрываем, Русланчик. У каждого по банке тушенки. Сейчас каждый себе добавит в тарелки. Будем поедать, состязаться на скорость. Вы поддержите нас лайком, если вам это нравится, если это интересно и если это вкусно. Русланчика, как всегда, не хватает сил. А тут надо подколупнуть. Это бывает. Вот такая тема, сейчас посмотрим. Да не, бомба. Да, конечно. Да ё... Ё-моё, гля, малый. Гляньте, что попалось, да ну нахер. Фуй, как это жрать? Ну как, это просто типа волосы попались, да? Да выкинь. Но понятно, что выкинешь, что ты думаешь, я их хавать буду. Я их хочу на камеру показать. Фу, просто жесть, посмотрите, волосы. Ну, водичку сади. Фу, это жесть, я думаю, было видно, друзья. Эти волосы жесткие. Фу. Ой, бля! Фу, ехать. Бля, это жестко испортило аппетит. Бля, как теперь это хавать? Ехать. Волосы коровы попались, прикинь. Да них бы. Фу, я не могу теперь хавать, мало. Да ты. Фу, это такая. Я теперь боюсь, чтоб мне ничего не попало. Это такая рыготня, ты шу. Тихо! Собаки сейчас подерутся. Уйди, Джек. Фу, ну как оно могло попасться, это жесть просто. Фу, не, ну вообще тушенка должна быть вкусная, но блин, такой дефект, это конечно жесть. Блин, мне на этот, на вискас похож. Сражаемся мы за 200 гривен, победитель получает 200 гривен у нас. Все, я готов. Пожелайте нам удачи, и мы будем начинать. Русланчик одевает свой мастёвый противогаз. Ты готов? Да. О! Фу. Фу. Давай. На старт. Внимание. Марш! Вкусная, да? Тушенка очень вкусная. Вот такая тушенка. Угу. Тушенка бомба. Ого. Котлеты с чем? Тихо! Бля, я аж плюнул, бля. Крикнул тихо, аж плюнул, бля.
Фу, бля, что-то херово, бля. Фу, бля. На, Дон. Ой, какая это вкуснота. Ребятки, вы не представляете. Вот тушеночка вот эта. Блин. Вкусная, пипец. Ух ты, вымазался. Бля, я лупил со всей дури просто. Это. Фу, это жесть. Ё-моё. Ну, тушёнка вкусная, котлетка да. Вкусная, горячечка вообще. Блин, фу. Ух, блин, как вспомню про этот хвост, бля, ну это жесть, аж перетрушивает. Но тушенка реально была вкусная. Да, охеренно. О, но живот, бля, сейчас разорвется. О, так, так вкусно похавал, это пипец. Точно, что живот разорвется. Да. Ехать, у меня аж кровь. Ого. А ты что думал? Ты что, банку, блин, открыл? Да, жестко. Друзья, вот такая сумасшедшая заруба. Кстати, Русланчику вручаем бабки. Он все-таки победил. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Все вкус. Ух, трусит, блин. Потому что холодно. Да. Холодно на улице чуть-чуть, но... Мы деревенские, нам нормально, ё-моё. Короче, блин, первая тарелочка вообще бомба да. Зашла. Вторая тоже. Да, вторая уже так, с тяжелом. А вот третья уже с трудностями. Мне вторая какая-то реально... Как... Слышь, мне вторая какая-то реально большая, понял? Много было, понял? Я а у меня последняя много было, сборка да? Была, пипец. Блин, вот это хвост меня мучил, я думал, блин, хоть бы не попалось такое. Не, ну так нормально, в общем, зарубились бомбически, я думаю, вам реально, ну, зашло нормально, понравилось, да, Руслан? Да, с вас лайкосик, подписка на канал. Да, уже погодка становится все теплее и теплее, мы сейчас собираем на машину, кстати, да, на канале, на нашем, где проходят стримы, мы стримим, собираем на машину, хотим купить машину, чтобы выбираться куда-то на природу, в какие-то интересные места и там устраивать зарубу, да, именно на море, именно в какие-то прям прикольные места, там, в леса, в озера, в речки, бугры. Да. Будет интересно, я думаю, друзья, поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И следите за нами. Сейчас самое главное это собрать на тачку нам. Да. И гонять. Собрать на тачку, чтобы была возможность у нас поехать куда-то, потому что без машины как без рук. Кто хочет, кстати, нас поддержать, друзья, будем очень благодарны. Приходите, смотрите, заходите на наш YouTube канал Димакс ТВ, заходите в раздел каналы. И там все наши каналы, на которых проходят стримы. Там деревенский движ, Дима Евстигнеев. На одном из них по-любому будет стрим каждый день, каждый вечер. Ждем вас, приходите, будем рады видеть. Все-таки надо купить тачку. Да, и гонять. Короче, как только купим, первым делом сразу попрем на море купаться, да? Да, по-любому. Сразу. И замутим там зарубу. И сразу зарубу там. Да, покупаемся, проголодаемся и замутим зарубу, да? Все, друзья, всем спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Чао. Пока-пока.